Сегодня мужчины встретились физически, частично. Что вы порекомендуете женщинам сегодня, чтобы быстрее продвигаться? Дистанция сокращается, когда мы не можем преодолеть эту физическую дистанцию между мужчинами и женщинами никогда. Но если женщины будут делать то, что они должны, и то, что они могут делать в том, что они женщины, то, конечно же, это будет их полное исправление. Им не нужно брать пример с мужчин. Они не должны брать пример с мужчин. Это система исправления желания, система исправления свойств человека, его связи с другими. И поэтому мы так и должны вести себя. Каждый, мы тоже не знаем, насколько каждый старается отменить себя перед другими. Но это то, что мы должны делать. И не брать пример с мужчин. Абсолютно нет. Чем больше мы продвигаемся... Вы слышите от меня методику? Это, в сущности, единственная методика подняться над желанием получать. Можно подниматься по тем формам, которые были прежде у нас, когда люди находились в всяких страданиях, уединениях, постах, разные налагали на себя какие-то ограничения, уходили на далекие расстояния, без еды и так далее. Это называется уходить в изгнание и так далее. Были разные методики. И часть этих методик присутствует в разных религиях и верованиях, но та методика, у которой есть истинное стремление к слиянию с Творцом, это методика света, возвращающего к источнику. Это самая мощная сила из всех.